Я просто тупорылая дура, блядь, как так можно было, но... Я сказала Диман себе в комнату и не поверила стенку. И оказалось, что у меня не скрывается дверь, и он не влез. Какая же тупорылая. Блядь, я не знаю, вот как вот они, вот эти вот сильные, независимые женщины, готовы жить без мужчин. Ну, они же отказываются, они же от всего, да, говорят, нам мужчины не нужны, нам нужен матриархат, мы сами со всем справимся, у нас все будет ништяк и хорошо. Дорогие дамы, вы еще даже не начали печь класть, вы еще дорог не строили, домов, вы еще нефть не добывали, не ездили на какие-то сложные работы в шахты. Я думаю, что очень-очень сложно. Отказывайтесь от этого матриархата, от феминизма. Вот, вот чтобы сохранить просто-напросто планету. Мир, блядь, остановитесь, женщины.